Культурное мяу, земляки! На днях осчастливился и на местном радио Вологдар ФМ выиграл путевочку в Казань на хоккей! Вот так меня судьба в темечко поцеловала, до сих пор мокрая! Казань! Встречай! Черимбо, Вологдар! Ливерпуль! Колбасный сыр! Вот купил в аэропорту селфи-палку с хорошей скидочкой. Буду для невыездных друзей влоги снимать. А если потом в народ уйдет, то вообще шикардос. Может, детишкам в школах показывать будут. А там, глядишь, в честь меня и какой-нибудь ЖК назовут. Прикиньте, охраннику на телефон денег положил. Так он меня от счастья на час раньше всех запустил. Все, идем смотреть арену. И красотища! Жалко, мои кентавры из Вологдара не видят. Сними поближе, чтоб у них коронки от зависти повыпадали. А какое эхо! Вы только послушайте! Вологдар! Слышите? Дар! 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 А прикиньте, когда 9000 кричат, как хоккеистам приятно! Как будто в филармонии у тромбона уснул! А какой лед! Ну просто эскимо! Если разрешат, привезу вам по кусочку! Ну так, чисто язычок побаловать. Ладно, пойдемте в раздевалочку, пока там свежо, подышим. Прикиньте, у них раздевалка больше, чем моя трешка в Вологдаре. Серьезно, и планировка такая же. Вот здесь у меня душ. Вот здесь. А вот здесь вот я стену несущую снес, чтобы кухню с гостиной объединить. Короче, уют по всем параметрам. Ерулин. Прикиньте, у нас у мужика в подъезде такая же фамилия, только он у нас в городе ячмень на КамАЗе возит. Надо сфотографироваться. Потом скажу, что у него в Казани фанаты есть. Вот привез пацанам презент. Моя фирменная скумбрия, сам поймал. Свежак, почти дышит. У нас рядом с электростанцией пруд, она там сама на берег выпрыгивает. А им как раз во время перерыва силы восстановить. Бон аппетит, как говорится. Надо инструкцию оставить. Аккуратно, косточки. Готово. Кентавры, вы только гляньте, что за красоты. Это хоккей или лувр? Если сигналки не будет, привезу всем близким по маечке. Будем в гараже рейвы устраивать. Вон уже гостей запускать начинают. Пойду пообщаюсь. Опа! Казань, лучший город мира! Сегодня будем фрикаделить. Женек! 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 Не Женек? Не Женек. Тогда хоккей! 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 Ай! Я первый раз на хоккее сегодня. Нравится? Ну да, не подскажешь, где тут можно растительного маслица купить, чтобы связочки сдобрить, чтобы кричать там погромче? Даже не знаю. А
то у меня от ролта на 2 осталось, но это только на 2 периода. Настроение Таркан Дуду! Казань! 33-ю с конца алфавита! Ну чё, как оно, настроение сегодня? Очень хорошая, прекрасная. Хорошая, да? Тогда давайте. Я Хок, вы Кей. Хок! Кей! Хок! Кей! Хок! Кей! Лучше абсолютно! Колбасный сыр! Ладно, оставайтесь всегда такими же, как тогда, хорошо? Давайте, все. Обожаю хоккей! Акбар! 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 Я знаю, считаю, что не важно, кто победит, главное кричать громко, чтоб потом в раздевалку позвали. Скажи. Вот это накал! Эмоции зашкаливают! Как будто меня снова на матрасе в открытое море унесло! Все, перерыв. Пойдем хоккеистам дружбу навязывать. Дворец уважения, милейшие. Я вам там кричал, нужен гол, вы меня слышали? Мы всех слышали, не только вас. Хорошо, хорошо. Я смотрю, я первый раз на хоккей видел, вы как Феррари там по льду гоняете. Вам штрафы приходят за превышение вообще? Не, у меня иммунитет на это. Понял. Разрешите вам еще раз краба пожать. Давайте я с вами сфотографируюсь, чтобы девочек с этой фотографией на катках кадрить. Так сказать, талисман на зачатие. Вологдар, колбасный сыр. Отлично. Все, тогда будьте в Вологдаре, кричите. Я вам город покажу, если что. Все, давайте. Всего вам наваристого. Вперед. Сейчас я по этой фотографии в VIP-зону зайду. О, опа. Ну тут по-любому люди серьезные сидят. Сейчас, наверное, тогда просто закусок наберем и обратно на игру. Чуть угостимся. Это мы любим. А вы не знаете, здесь есть что-то с икрой, с крабом? Ну, наше, человеческое. Ладно, если появится это, маякните, я через 2 минуты пулей примчусь. Все, спасибо. Казань! Как видите, эмоции на всю громкость. Это хорошо, что я все снял, а то бы в Вологдаре никто не поверил. Короче, услада для глаз, ушей и сердца. Акбарс! А чтобы смотреть все матчи КХЛ онлайн, заходите на Кинопоиск. Там одной подписки плюс сразу на 4 человек хватает. Да еще из разных аккаунтов. Короче, плюс из категории жирные. А я в караоке и на вокзал. Всем чиримбо!